с Афганистана. Я думаю, что они неправильно меня поняли, что я сказал, что меня как-то не касается. Я имел в виду политическую обстановку, не хочу комментировать. И надеюсь, что простят, если на самом деле я их чем-то обидел, хотел бы принести извинения тоже. Я считаю, что мне не стыдно перед ними извиняться. Любой человек может сделать ошибку, но когда я это говорю, у меня вообще все по-другому было в голове. У меня не было, что то, что их постигает там, и так далее. Я просто не хотел комментировать политическую обстановку.